сорт груші серпнева, виведений в Мелітопольському інституті урожаю садоводства. В наших условиях это ранній осінній сорт. На 30 августа плоди ще не готові сьогодні. Потребується ще около неділі. Это маточне дерево, плодоношення фрагментальне. Дерево посаджено на склоні. Здесь почви бідні. Для сохранения влаги используется мульчилище из соломы местного производства. Есть прирост небольшой и урожай. Плоды колокольчатой формы. Дерево характеризуется высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью. Не требуется к местоположению. Плоды сами очень вкусные, маслянистые, ароматные. Надо пробовать. Сорт груши серпнева. Отечественной селекции.